отец Павло уверенно пилотирует болид. Ой, это какой-то штурман у него тут, оказывается, есть. Одень очки. Очки одень, говорю. Настигли. Ходом бери, Паша, ходом. Ходом давай, коксу! Ох, тут хорошо было, я помню. Ох, ну не мог, тут не застрянет, наверное. Что, очканул? Не очканул, говорит. Вот тут слева остров хороший, поедем сейчас. То ли с болота, то ли с кабины понесло, не пойму. Да, да? С кабины откуда? С кабины понесло. Что, застряли? Да. Задняя блокировка. Руслан, толкнуть надо. Я не пойду. Руслан, говори ему. Десантнику спуститься. Руслан, толкнуть, помоги. Можно с одна, можно с мортики откинуться. Так, что-то с точками напряженка. Вот там, где дерево налево, можно на остров съездить. Хорошее место. А, если да. Первозданная природа просто. Это нереально. Вот тут налево можно, Паш. Налево давай. Налево давай. Очкует. А вот маршрут наш. 14 марта прямо, да. Все изменилось сильно за эти дни. Меньше 2 месяцев. Не узнать ничего. Красота нереальная. Какой-то наш, ох, елки, грязь летит. Какой-то наш маршрутик. Похоже на него, судя, какая-то колея есть. Это вроде как он. Бородач сейчас будет пробовать его пройти там, где мы пробили его на Залупасле. Этот маршрут. Вован, держись. Мне кажется, он набухался и не стоит уже на ногах. Что ты, алкаш, падаешь? Нет, держится пока. Правей, Паш, правей пройди. Или прямо давай. Может, ну его нахер? Правее или прямо? Не, смотри. Смотри, вон наши следы правее. Вон они, под берегом. Ну, можешь прямо, давай прямо. Ты ж, блин. Давай, корона секунд, снимаем с тебя вирус этот. Снимаем. Бля, не боится ничего сегодня, слышишь? Он что-то нахавался, что-то мне кажется. Красиво тут, да? Просто заливные луга, болото. Ну, следы видны, это же наши следы. Или квадры. Главное не упасть, то мы тут и нырнем нафиг все. Левее, левее, блин. Нормально валим. Не, ну это не наше, это квадр какой-то ехал, наверное. Широко? Так, идем, идем, идем. Тут где-то левый поворот был, должен быть. И в обратном направлении поворот. Тут мы застряли, потом
Нас вытащили, и мы ходом вышли. Да, Вован нас подлебедил, кажется, назад, не помню. Вон следа идут. Смотри, люди на том берегу охреневают от нашего движения. Да, накатанный маршрут. Но если мы тут застрянем, нас никто никогда уже не достанет. Ты говорил. Нет, слепой есть в резерве у нас. Да, вот траектория на вот этот кустик была чуть мельче. Это я накопал тут, видишь, вот тут проехал. Идет, идет. Идет красиво. Какая красота. Люди отдыхают. Машут, да? Траектория будет интересна. Пар такой. Там влево будет такой уход по болоту, прямо по целине. Это маршрут Залупа сделал. Да. Не-не, мы с Максом проложили. Я говорю, Макс, может не надо? Да не, сейчас проедем, говорит. Ну прошли нормально. Но тут жестко, жестко тут. И вот влево уход, видишь? Тут должны проехать. Должны проехать, но пока непонятно. Да, было холодно несколько дней, природа только оживать начинает. Все, вот и выскочили. Хороший маршрут, простой, логичный. Ничего лишнего. Лебеди летают. Красота. Лютый бородач, да? Да, это неровности. Заботливый, блин, за что я его и люблю. За камеру переживаю. А я думал про нас, блин. Так, ключевое место на этом участке. Глубина хорошая. Thank you.
заезжал же в воду. А, вот он здесь? Да, вот. Вот где куст примерно. Или чуть дальше. Ну вот в этом месте, да, где куст, наверное. Он оплодотворил, тут видишь, как растет теперь. Вот здесь нива пыталась. Или вот здесь. Не, вот здесь, вот, вот следы, вот они, вот. Это Вова отжигал. Чуть-чуть назад. Хорош, хорош. А, красавчик, выехал. Чуть-чуть, Ован. Хорош. Это вообще фантастика. Резани вправо, резани, вправо резани. Блин, глянь, все выполняет. Ты посмотри, что он сегодня творит. Ё-моё, блин, нахрена ж я его туда направил? Красавчик, блин. Это жесть вообще. Ну, нормально резанул. Тут болото такое. Не знаю, кто бы тут проскочил. Фух, блин, страшно было. Да, да. Ласточки летают низко. Песня есть такая, блин. Дорога тут неровная, конечно. Красиво. Там мы были вдалеке. Так, видим Леню. Появился он на горизонте. Он цвет поменял. Подожди. Вот жаба, гляньте, вода на крыше. Утопить так и продолжает пытаться нас. Облил нормально. Справа болото, Паша, вправо уходи. Ёханый бабай. Сука, чуть не убился. Мало того, что весь мокрый, блин. Камеру бери, блин. Он забыл, что камера его у нас. Ёлки-палки. Судорога сводит, уже ноги, блин, расставлены шире плеч. Так, ну нормально идем. Что-то предлагают мне вставить, но я такое не буду даже озвучивать. Так, продолжаем валить. Блин. Так, ну, все уже. Почти на грунтовке. Сейчас к лагерю возвращаемся.
Бородач лютовал не по-детски. Слышь, если бы он еще месяц на карантине побыл, мы бы тут охренели в этом кузове бы, блин. И полностью. Тут. Да хрен бы мы доехали до этого места. И так, блин. И так еле выжили. Да в лагерь. Ну или за пивом, два варианта. Или за пивом. Говорят, что у меня весь день оплачен сегодня. Абонемент. Да. Абонемент, да? Безлимитный, да? Безлимитный. Говорит, весь день оплачен. Да нет, там точки есть, вижу. Точка есть, видно, блин. Трымайся. О, блин. Дай ему камеру передам. Передай. Фух, блин, вот это, блин, седина проступила. А ну, блин, у лысых не проступает. Внизу просыпает. Да, да. Аж, да. Так, а Леня тут как тут, блин. Просто, просто какой-то быстрый сайгак, блин, Леня. Быстрый сайгак Леня. Успел. Товарищ отец Павло. А нафиг Лене навигатор, скажи мне. Ого! Может задом Леня попробуй заехать, наверное. Леня задом, чтобы хоть за кусты подлебедился. Да. Так, заход к точке. Примерно такой вот. Коксу ровно руль поставь только. Нет, так может насадить. Кого? Юльку? Так он может, если так. О, сейчас сильно влево, Лен, смотри, лево от бревно вот это. Да проедет, не очкуйте. Что ты подсказываешь? Там есть штурм. Давайте, чтобы не сбивали. Леня, выйди, посмотри, ты неправильно заходишь. Убью. Да я, чтоб ты думал лучше, я тебя чешу просто. Лена, я бы сказал, что мы не гудим, а другое слово больше подходит. Леня, она мастер спорта, она тебе сейчас челюсть сломаешь, будешь возникать, блин. Скрутит тебя в машину, и будешь знать. И положит в багажник, блин. С запаской. Мы учимся, она начинает из штурма. А, ну так ей, что ты слушаешь тогда? Она уже за дреном пошла, сейчас она научится. Да. Она уже палку выкапывает, а ты все. Не подсказывай, там уже есть штурма, что-то орёт. Дисквалификацию еще влепят, блин. Да вон есть штурма, штурма четко показывает, что куда. Да не, ну тут детские точки. Я поставил бы там на середине где-то бы с досточки. Да он не достанет, наверное. Ты пошел бы сам ее брать тогда. Да не, Леня поехал бы. Что, выехал сам? Очковали больше, чем... А, еще одна? Паша, стой, еще одна тут точка. Бойся, да. Да боюсь, блин. Куда-то Юлька побежала. Паш, точка не там. Они побежали в другую сторону. Да не, у него все, там опытный Саня, штурм. Теперь у тебя будет справа плечо грязное. Не-не, я сейчас этого оттуда скину. Давай, меняйся. Какой-то детский маршрут такой. Или это чтобы не сложно. Но они на лайт ставили, то есть нет, думали. Правильно, зачем рубить? Думали, что лапландеры не приедут просто. А вон она. Так для развлекутей. Или то не она. Нет, кора просто. Кора, да. Кора головного мозга. Коронавирус. Корона шоколад, да? А бомбрун до хрена. Много, да? Да, работают. Ага. Бобры молодцы. Чем-то на джиперов похоже, да? Наши друзья. А-а-а. Так. Пашенька, лупани прямо 20 метров. Так, вот так мы ездим, блин, вчетвером. Как раз на 4 лица рассчитана эта машина, бородач там. Леня был прав, вернулись на прежний маршрут, уже мы опоздали. Леня взял. Идут на победу. Писать хочу, остановись! Биотуалет!
А, это он колдует. Пись, говорит. Слышь, а куда мы едем? Мы, кажется, тут не были. Паша, это не домой. Хорошая дорога. Интересная, да? Сейчас херак и по значок Мерседес, блин. Давай, нормально, там остров уже впереди. Можно, все видно, там нормально. Да, вытаскивай, что, пушка? Да похер, давай. Иди протопчи. Не пойду я сапоги забыл. Очкнул. Эй, ты развернувшийся, вперед едь. Очкнул. Не, ну тут нормальная дорога. Чуть не проехали. Так, Лёня уходит от погони. Эти люди тут по-прежнему в этой же позе находятся. Красавчики, да. Крепкие руки называются. Загар у нас, да. Загар, да. Будем душить вообще, любого задушим. Да. Так, тут какие-то веточки пошли, блин. Чтоб морду не разбило, главное. Ёханы бабай. Тут какой-то мы уже... Блин, люди, ванна, он на улице помыться. Ты не купайся. Ванна, да, хорошая. Слышите, эта дорога на Киев, он нас домой, кажется, везет. Рейндж Ровер твой уже разбирают, Саня. Наверное, да. Я просто видел, он кому-то звонил и говорил, откручивайте быстрее. Котлету строят уже, да? Да, уже котлету. Или ветку ловим? Провисели. Так, веточки. Бородач тут. Да. Это новый маршрут. О, бэха тройка. Дожила столько лет ей. Бородач тут по беспределу идет. Так, о, тут лес пошел. Да. Паша, едь за Леней. Едь за Леней. Тут люди что-то ловят. Или живут просто здесь. Места зачетные. Ловят рыбу. Красиво. Сейчас что-то будет экшен. Слышь, главное выпрыгнуть лучше в воду, чем, блин, под унимоголь. И пониженную включи. Веточка, я проклонился. Хорошая дорога. Сейчас просека будет, мне кажется. Какой лес красивый. Молодой. Как бородач где-то лес по возрасту. Как и бородач по возрасту лес. Да или моложе? Просто говори, не пройдем. Просто не пройдем. Да не, это конкретно вот так, как я говорил. Не, притирку проходит, смотрите, как проходит. Паша, стой! Ты можешь меня травмировать, остановись. Давай вперед, Паша! Паша, как раз Руслана снимем. Вперед налево, вперед лево. Все, ты в лабиринте, ты в капкане, бородач. Так, Алёня там... Едет к точке. Хорошая местность такая для оффроуда, то, что надо. Задом сложнее будет, потому что деревья начинают после проезда перебегать дорогу, да? На обратном пути. Глуши! Конец. Стой, не проходишь дерево сзади. Паш, дерево сзади, дерево уперся.
Стой, 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 вернись, вперед подъедь. Уперлись в сосну. Влево, влево, вперед и вправо назад. Все, так ровно теперь назад ровно едь. Ровно поставь. Ты такой умный, как я вчера. Да не очень умный, блин. Как моя жена похожа. Все, ровно, Паша, ровно и проходим. Да, в такой капкан неожиданный попали. А что, хорошо, сосновый лес, дышим. Да, да, да. Для алкашей то, что надо вообще. Да-да-да. Масло коровье, ваше здоровье. Слышит, у тебя морда красная или телефон краснит? Морда красная, телефон краснит. Вот такие миллиметры тут проходят. Андрюха, у тебя вроде дерево из головы растет. Право, право, да. Не, уже. Право, вот так, да, 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 да. Давай я сфоткаю. Так, Алёня тем временем продолжает неравную борьбу с какой-то точкой очередной. Спроси, какой там номер точки. Олег, какой номер точки? Дерево. Опять промахнулся. Слышь, он бухал, наверное, вчера весь день. Руки дрожат, не может попасть. Блин. Да, передом тут легче ехать. Зеркала УАЗовские, пофиг. Так, Леня, 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 взял. Взял, Леня, взял? Взял. Так. Едем, едем, едем. Уверенно. Выходим. Леня, блин, быстрее. Что-то у него вообще с координацией. Он, видно, проблемы с задом. Ну, в смысле, с задним ходом. Все фуры влево, в свою сторону только разворачиваемся. Так, давай, давай, все, что? Разворачиваемся. Еще? Погнали. Давай, давай, давай. Тут серьезный. Серьезный пилот. Так, продолжаем по лесу кататься. Да, хвойный лес, красота. Воздух бесподобный. Мы продолжаем искать Леню. Лево. Да. Андрюха, нас преследует. Сейчас где-то в парке партизанской славы выйдем в Дарнице, мне кажется. Ну как-то лес гуще становится и похож. Вот там танковая прямо едет. О, ну я же говорю, что все уже. Так, что такое-то пошел оффроуд такой. Стрёмный, да, ищем дорогу, но потерялись. Какая-то вырубка тут. Непонятно что. Андрюха, понятно, отстал, как нормальный человек. Ну да, да. Ну да. Так. Интересный квест начинается. Он уже взялся так за трубу, что я почувствовал, что она сдавилась. Да. Андрюха думает, блин. Паша потерялась. Штурман выходит. Это уже серьезно все значит. Знает, как это заканчивается. Да знает. Правильно, Олег, лучше выйти нафиг. Да ну нахер, да? Это правильно. Давай, давай. Руслан, можешь, Олег? Пока, Олег. Блин, тут жестко. Но мы едем. Право, право. Право, Паш.
понял, свой маршрут. А он влево наоборот пошел, видишь? Жесткий. Жесткий парень. А ты спрашивай, семки есть? Нет. Меня в прошлый раз побили за это. И семок не дали. Не семок? Не семок, не зубов. Или это наша? Да, заблудились чуть-чуть. Блин, вот звезда автопрома валит. Ого, тут серьезная бригада, слышишь? Так это весь лагерь здесь ездит. Нормально. А там жрачка. Что, зашли, точно? Поцарапкалось? Что выгрызало? Шопом выгрызало. Просто стоит и заряжается. А что, я говорю, ставьте в багажник. Тесла в поле. Бородача, анекдоты. Да. Борода, что ты делаешь с нами, скажи? Ты нас голодом морешь, зайцев своих. Зайчик, поехали в лагерь, зайчик. Кондуктор, проверьте билеты, если топор с трёхом поедет. Руслан, Юля говорит, Лёня ушел в кусты, и тут он выходит. Неожиданно. Лёня нашелся. Лёнь, Юля говорит, а Лёня ушел в кусты куда-то. Нарисовался. Мы говорим, Лёня, это самое... Дал слабину. Так, продолжаем маршрут. Там кто-то застрял. Нужна помощь, мы едем. Двигайся. Что это, ты забыл или что? Ландшафта. А, это в туалет, типа, кто хочет? Не, что туалет? Бородач. А вечером заберут тебя НЛО и унесет обратно к себе. Да, я понял. Саня, что ты приседания делаешь? Да. Так, из леса выехали. Точка непонятна, где бородач очень опасно маневрировать начал. Так, мусорки даже здесь есть. Животинки, да. Так, по какой-то горелой вырубке мы. Неадекватность начинает возвращаться. Отец Павло. Отец Павло, елки-палки. Еще Андрюху заманил сюда. На новой лакированной машине. Мы сейчас быстро доедем, а тут раз за ручки отоедем. Пытаемся найти застрявшую машину на 12-й точке. Ух, ёханый бабай. Тут сложновато. Я решил сидя поехать, но, наверное, зря, надо вставать. Саня, блин, шапочка слетела, но Андрюха подобрал. Бородач. Ого, слышишь, наполированные какие тут ездят. Нифига себе, с ролетами, видел? Так, все, лагерь близко где-то уже. Так, бородач взбесился, блин, валит по лесу, как безумный, блин. Только успевай пригибаться, называется, чтобы сосна в голову не попала.
Так. Идем, идем, идем. Три тарелки штрафного. Право, право, право. Не туда поехал. Так, мы вернулись. Оффроуд начинается. Пытается нас утопить. Ничего не удается, все. Все нормально. Где-то тут еда должна быть. Мы первые финишировали, да? Range Rover не разобрали. В общем, нормально прокатились. Тут уже люди. Бородач Побродов решил повторить утренний заезд. Тут хорошо. Нагуливает аппетит. Держитесь. Да-да, тут хорошо. Места приятные. Надо дальше пробивать. Мы сюда доезжали уже. Дальше должно быть интересно. Вот такой хороший маршрутик. Нормально. Не, ну дно есть, видишь. Отец Павло, отец Павло. Остановись. Это вре как в Камбодже, да? Отец Павло, остановись. Это он меня пытается стряхнуть, да, или что? О, тут мы еще не были. Поехали, поехали. Я тут. Тут мне нравится. Новые места. Ё-моё. Так, веточки. Бородач не очкует. Правей, правей пробуй. Тут глубина серьезная уже. Колесо. Закольцевал. Да, тут интересные места. Есть где порубиться. Очень жестко. Получил по морде?
Ёханый бабай, кто-то встречка валит. Разве? А ну поехали за ним. Не надо, заткнись. Он уже наелся, мне кажется. Вот такая жизнь. Хорошо идем. Теперь можно на байдарке идти там же. Так, ну вот такое логичное, простое завершение. Это байдарки запаркованы тут все у нас. Лупанули неплохо. Жестко было. Мы на месте. Ты подписался на канал? Да. Точно. Подписался канал. Так. Ладно. В общем, до встречи, подписываемся. Нормально катнули. Продолжение дальше.